И к другим темам. Пятый международный фестиваль искусств Петра Ильича Чайковского – это главное событие этих дней. Он торжественно откроется 21 июня музыкальным проектом «Улыбка Чаплина». Его представят выдающийся скрипач Филипп Квинт, пианистка Зарина Шиманская и внучка Чарли Чаплина Кира Чаплин. Продлится фестиваль до 30 июня включительно. В программе, как всегда, звезды классического искусства – Бертман, Мацуев, Башмет. Внимание на этом событии акцентировала глава округа на еженедельном плановом совещании. Дмитрий Александрович Бертман привезет замечательную оперу «Иоланта», будет читать произведения Ван Гога Евгений Миронов. Стоит отметить, что на этот раз праздник объединили с конкурсом имени Чайковского. При этом акцент сделают на детские выступления. Уже завтра на территории музея-усадьбы откроется так называемая «фан-зона». Она организована для особо одаренных детей, которые посетят фестиваль по особому приглашению организаторов. Клин – принимающая сторона. Детей разместят в гостинице «Клинское подворье», а глава округа обратила особое внимание руководителей коммунальных служб на порядок в городе. Мы встречаем гостей. А значит, отсюда, как каждый хозяин в своем доме, по своему направлению необходимо проверить и навести порядок каждым в своем подразделении. Сфера ЖКХ, дороги, фасады, подъезды, автобусные остановки. Телекомпания «Поиск», как всегда, будет вести дневник фестиваля. А подробная программа праздника классического искусства опубликована на сайте festivalchaikovskogo.rf.